Первая – Общеукраинская полицейская академия, сокращенно ПОПА. Выпуск 2015. Когда уйдем со школьного двора, по звуке не стареющей сирены, полковник Джон проводит до поста и скажет: «Добрый путь вам, полисмены!» Машину вводим, словно камикадзе. Спасибо девочке с фамилией Сгуладзе. Учили нас кричать красиво. И свешивать преступников с балкона, очками пол лица скрывая свет. Ходить красиво, как ходил Сталлоне. И если вдруг на службе станет скучно, учили нас, как время скоротать. Wow! Yeah! 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 Учили нас взрывчатку разряжать и после этого сбегать оттуда, идти вперед и взрыв не замечать, как делают герои Соливуда. И в голове звучит лишь мысль одна. Я слишком стар для этого дерьма. Йо-йо-йо-йо, что себе, на теории переходит к практике. А если в парке девушка пиво пила, вы скажете, что она права? Нет, не права. Тогда мы зачитаем ее права. Тогда мы зачитаем ее права. А если, предположим, она была права, значит, мы не будем засчитывать права, потому что есть у нее право, чтоб мы не засчитывали ей права. Мы не уйдем со школьного двора по звуке не стареющего вальса. Ведь мы же копы, а не мусора. Поэтому идем борьбы. Солнце! Woo!